Кокос, жирафа, мучающиеся авоськи с продуктами. Казалось бы, этот словесный ряд ничего не связывает, кроме одного. Все это кодовые названия костюмов, причесок и образов, которые создали участники ледникового периода. И сегодня здесь, на Ходынском поле, наши звезды попробуют создать свой объективный рейтинг самых-самых. Мой костюм, например, в поездке в пляску был самый дорогой, потому что там шкуры животных были. Образ жирафа. Такой очень яркий, запоминающийся костюм. Костюмы Кости Дзю Николая II, по-моему, да, он там, да, вот это красивый был. Очень шикарный грим у Алферова с Ванагасом на программу «Индейцы». Был безумный грим у Леши Тихонова, когда его воплотили в кота. Очень хороший был у Маши Петровой грим, когда у них было что-то, она выходила типа инопланетянкой. Мне очень запомнился грим Саши Апта в первой программе «Визитки» его, когда его сделали ирокез, такой здоровый на голове, покрасили в зебру. Мне запомнился реквизит в нашей программе «17 мгновений весны». Из реквизита там была одна спичка. У нас был номер от Муслима Магомаева, где Володя типа был торговцем на Воробьевых горах, а я была иностранкой, которая приехала посмотреть Москву. С фотиком. С фотиком. 70-х годов. Вот этот очень запомнился, он действительно помог номеру, и было понятно, что к чему и о чем. Меч из программы «Kill Bill» был такой знаменательный, да, то есть на этом был поставлен весь номер. Очень понравился номер у Лобачева и Шевелькова, когда он как бы появлялся из темноты, как ее сон. И потом она оставалась с тем же шарфом, и он пропадал. Вот это мне очень просто резко, ну, запомнилась эта история. Интересно и смешно. У Риты с Димой, когда они изображали Настю Зуратнюк с Маратом Башаром. Номер «Черный ворон», который был в начале нашей ледникового периодовской карьеры. Вот, и костюмы, и все, что было связано с этим номером, мне безумно нравится, я очень люблю этот номер. У меня есть любимый номер на этом проекте, это «Лебединое озеро» в исполнении Гедемина Таранды и Ирины Слуцкой. Стильный реквизит, самая неадекватная прическа и креативный макияж. Звезды свой выбор сделали. Теперь слово за интернет-пользователями. Голосуйте и не забывайте, что эксклюзивный участок для голосования находится по адресу www.1tv.ru на сайте «Ледникового периода».